бесконечное дело, тянущееся уже не первый год дело исполнительного директора издательства «Алгоритм» Сергея Николаева и главного редактора «Алгоритма» Александра Колпакиди фактически развалилось. Обвинение в экстремизме, разжигании ненависти, выразившееся в издании юношеских художественных произведений будущего диктатора Муссолини и будущего министра пропаганды Третьего рейха Геббельса, фактически развалилось, и защита доказала, что все строчки, которые можно было трактовать как разжигание в ходе издания, убраны. В результате Николаева осудили, все-таки осудили на 200 тысяч рублей, Колпакиди на 150 тысяч. Но теперь решили, что этого все-таки мало. Издателям предъявлено очередное обвинение в призыве к свержению конституционного строя с помощью публикации книги полковника Квачкова, осужденного по фальсифицированному обвинению в подготовке государственного переворота. Обвинение, выдвинутое русофобским режимом, абсурдно. Книга «Кто правит Россией» была издана до ее внесения в список запрещенной литературы, и все сомнительные места, включая негативные упоминания отдельных национальностей, из текста были убраны. Но русофобия такова, что она читает между строк и находит необходимое – нашу ненависть к ней, наше стремление к освобождению от гнусной воровской власти. Бывают случаи, когда 282-я статья и экстремистское законодательство не срабатывает или срабатывает частично. Пермский краевой суд освободил от наказания общественного активиста, историка и краеведа Романа Юшкова, осужденного Мотовилихинским райсудом за совершение преступления, предусмотренного частью 2 280 статьи Уголовного кодекса «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации». Роман Юшков попал под амнистию, объявленную к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это случилось в ходе рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор суда первой инстанции. Тогда господин Юшков был приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишению права заниматься журналистской деятельностью 2 года. При этом он был оправдан по обвинению по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равному унижению человеческого достоинства». Поводом для уголовного преследования послужило написанное Романом Юшковым летом 2013 года и опубликованная в Пермской краевой газете «Звезда» авторская колонка «Истерия по-пугачевски». А причиной стал чеченский донос одного из чеченских активистов. Ну, это, видимо, так принято в органах нашего правопорядка, их правопорядка, что чеченский донос всегда используется для того, чтобы преследовать русских. Ну, со стороны русских все жалобы, конечно, считаются ничтожными, неинтересными, и их практически никогда не рассматривают. Давайте прочтем эту статью и убедимся, есть ли там какие-либо признаки экстремизма, есть ли какие-то призывы к свержению конституционного строя, или что там еще было, по публичные призывы к экстремистской деятельности, да? Вот о чем писал Роман Юшков о известных событиях в городе Пугачев, где был убит русский парень, убит инородцами, которые цинично изрезали его ножами, скальпелями. И власти выступили не против этнобандитизма, а против граждан, возмущенных вот этим сотрудничеством властей с этнобандитами. Вот что писал Роман Юшков. «За последние 3 года в маленьком Пугачеве 5 молодых русских мужчин пали от чеченского, ингушского или дагестанского ножа. Все достоверно. Называются точные места, имена, даты. Май 2010-го – Николай Вишняков. Сентябрь 2012-го – Андрей Аллилуев. Январь 2013-го – Кирилл Бурков. Январь 2013-го – Денис Анохин. И, наконец, 6 июля – Руслан Маржанов, чья смерть и всколыхнула волнение. Неплохо для городка в 40 тысяч населения. Это, разумеется, уже никакие не конфликты на социально-бытовой почве. Не межнациональная напряженность и не проблемы в межнациональных отношениях, которые именуют ситуацию лицемерные либеральные эксперты. Это резня, которую проводят северокавказцы в отношении местных, посмевших открыть рот или просто подвернувшихся под руку. Уже не только в 90-е на Кавказе, уже в самой России, здесь и сейчас русских одного за другим режут, как баранов. А кроме убитых в Пугачеве и окрестных селах за эти годы, еще множество раненых, порезанных, масса избитых, изнасилованных. И тотальный ужас среди населения. Кавказ пришел в Россию и идет по ней победным шагом, размахивая ножом и презрительно хохоча. И наше с вами счастье, земляки, что мы находимся в относительно далеком и холодном месте, и по нам колокол бьет только пока не так громко. У большинства молодых чеченцев и других северокавказцев в полной мере выражен комплекс оккупанта «бей, насилуй, раздербанивай покоренную территорию». При этом они никогда и ничего не боятся. Как видно, по Пугачеву режут даже полицейских. Интересно, почему?
Такие ли уж они все безбашенные, и так ли уж наплевательски относятся к своей судьбе? Да нет, я общался с ними довольно много и не могу этого сказать. Думаю, что тут работают две причины. Во-первых, Кадыров обычно забирает своих осужденных сидеть в Чечню, и там они сверхбыстро и легко выходят по УДО на свободу. Во-вторых, выходят не просто так, а героями, зарезанные русские, а лучше не один. Это для них важный социальный рубеж, инициация, которая здорово поднимает статус молодого обрека. Видео уличных пугачевских бунтов, которыми наполнен интернет, вызывает чувство беспокойной жалости к своим соплеменникам и ощущение вовсе не беспощадности, но зато уж действительно бессмысленности происходящего. Люди требуют каких-то действий от местной администрации. Последнее, судя по ее комментариям, похоже весьма недалекое и трусливое, но дело не в этом. Что же она сделает одна со сплоченной и отмороженной чеченской диаспорой? Власть эта недалеко и трусливо, равно потому, что является плотью от плоти местного населения. Люди хотят каких-то резких действий от полиции. Да с какой стати? Ведь полиция тоже часть этого же местного народа, и она запугана кавказцами ничуть не меньше. Хорошо знаю по нашему Карагайскому району, где чеченцев пока на порядок меньше, чем в Пугачеве, как могут быть психически подавлены милиционеры, которых войнахи в наглую вызывают на стрелки, периодически ломают им челюсти, угрожают безопасности членов их семей. Выселить, яростно, с праведным гневом в глазах требуют от власти толпа на площади Пугачева. Боже мой, как же наивны наши люди. Кто, куда, на каком основании выселит из города всех этих чеченцев, российских, между прочим, граждан? По какому такому фантастическому решению, какого суда? Если троих и выселят по какому-нибудь приговору, то завтра на их место приедут 30 новых. Возьмите и выселите сами. И сделайте так, чтобы все они сами уехали и не вернулись. Но нет, наши люди не могут брать на себя ответственность и продолжают, вопреки здравому смыслу, надеяться на государство и власть. Они не понимают, что государство не станет защищать ничьи интересы, пока его не возьмешь за горло. Вот чеченцы сумели это сделать и успешно заставили наше государство работать на себя. Причем сделали это не кричалками под окнами Кремля, а с оружием в руках. И если мы срочно этого не поймем и не изменим своего поведения, то нам конец. Общий итог пугачевских событий – окрепшее у чеченцев ощущение очередной победы и собственной безнаказанности. Так что же могло бы действительно изменить ситуацию в Пугачеве? Ответ единственный, и давайте скажем о нем прямо. Ситуация изменилась бы, если бы в Пугачеве толпа не надувала щеки и не грозила поджечь то самое кафе «Халяль», а реально бы его сожгла вместе с обитателями, а заодно и все чеченские дома в Пугачеве. Иначе говоря, если бы русские во имя памяти своих невинно убиенных соплеменников использовали свое священное право на возмездие. Иных рецептов нет. Грезить о том, что восстанет из гроба товарищ Сталин и вместе с отрядами НКВД защитит и отправит всех злых чеченов вагонами в Казахстан, смешно и глупо. Пора повзрослеть и, повторяю, брать на себя ответственность. Конечно, это потребовало бы жертвенности от нашего народа, от его героев, как и во все времена нашествий. Остальным же сплотиться бы вокруг этих людей действительно и не предавать их. Кто-то бы погиб, кто-то бы пошел в тюрьму, но альтернативы этому наши сегодняшние никчемные жертвы, бесславно идущие под нож пирующим глумливым оккупантам. Мы, судя по всему, пока твердо выбираем второе. Это печальная статья о том, что русские не могут оказать сопротивление инородцам, которые вклиниваются в их жизнь со своими представлениями о том, как нужно себя вести и со своими криминальными наклонностями. Это печальная статья о том, что государства у нас нет, что государство против нас, оно заодно с этими инородцами, и оно готово репрессировать нас по любому поводу, по любому слову, а тем более по любому действию. И без жертвенности не будет ничего, никакой русской власти не будет, и даже просто спокойной жизни. Русских будут резать и убивать всюду, где они не будут оказывать сопротивление, вопреки ныне действующей власти, которая это сопротивление стремится всеми силами подавить. Поэтому наш призыв – это призыв к сопротивлению. Я именно так понимаю статью. Сопротивление русских этническому криминалу и бездействию государственной власти, которая заодно с этим криминалом. Эта власть будет сменена, и этнокриминал подавлен только в результате сплочения русских и готовности их оказывать сопротивление бандитам. Вскоре после публикации прокуратура и УФСБ проверили текст на предмет наличия призывов к нарушению закона. Было проведено несколько лингвистических экспертиз, на основании которых следователь УФСБ предъявил обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности и возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам национальности. Потерпевшим по делу был признан представитель
Общественное объединение представителей Чеченской Ингушской Республики в Пермском крае Содружества Адлан Мусаев. Давайте запомним. В деле следствие пошло на преступную уловку. Уголовное дело было возбуждено по факту публикации. Роман Юшков привлечен как свидетель. Хотя автор статьи был изначально известен, статья-то была подписана. Зачем следователь пошел на подлог? Это было сделано для того, чтобы исключить Романа Юшкова из процесса доказывания. Как свидетель в начале расследования он не мог заявлять ходатайство, а также ставить вопросы эксперту по назначаемым экспертизам. Основные доказательства, на которые ссылается следствие, были получены, когда Роман Юшков был свидетелем и не мог полноценно защищаться. Русофобствующая прокуратура проявила себя в полной мере. Представители прокуратуры Виктор Бевх и Людмила Доренко настаивали, что по обвинению в возбуждении ненависти Роман Юшков был оправдан неправильно. В апелляционном представлении указывалось, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого надлежащим образом указаны квалифицирующие признаки преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию. По мнению прокуратуры, отсутствие в обвинении прямой ссылки на умысел не свидетельствует об отсутствии субъективной стороны преступления, предусмотренной статьей 282 УК. Направленность умысла определена конкретными обстоятельствами его совершения. Речь идет о так называемой идеальной совокупности преступлений, когда в одном действии совершается два преступления, сказал господин Бевх. В своей статье автор как призывает к противоправным действиям против чеченцев, так и обосновывает необходимость их совершения. Также Виктор Бевх добавил, что уголовное дело было возбуждено по факту, так как на тот момент следователи еще не знали, кто будет привлечен к ответственности. В общем, злобное, подлое существо. С одной стороны, этот судебный процесс удивительный, но с другой стороны, это невероятно скорбное явление. И не потому, что он касается меня лично, заявил Роман Юшков в ходе судебных прений. Это очень симптоматично, когда мы видим, что территории одной республики не подчиняются российскому законодательству. Рамзан Кадыров призывает уничтожать российских силовиков. И фактически вводится ситуация многоженства, но прокуратуру это почему-то не интересует. Двойные стандарты. Все, кто служит поганому режиму, всегда пользуются этими двойными стандартами. И от этого страдают русские люди прежде всего. А может быть, только русские люди, может быть, другие особенно и не страдают. Сам Роман Юшков объяснил, что решением суда он удовлетворен. Я освобожден от наказания. Ни оснований, ни желания обжаловать его у меня нет. Также он отметил, что будет добиваться извинений за незаконное привлечение к уголовной ответственности по статье 282 УК и взыскивать компенсацию морального ущерба, а также оплаты услуг адвоката. То есть дело окончилось достаточно безболезненно для Романа Юшкова, хотя сколько ему пришлось пережить за все эти судебные заседания, за вот этот приговор, который абсолютно несправедлив. И ему приходилось ведь пострадать за правду, которую он высказал совершенно четко, в очень правильно, очень точно написанной статье. И я понимаю, конечно, не так, как вот эти прокуроры, которые говорили всякие глупости и гадости, которые просто изворачивались и искали повод для того, чтобы осудить невинного человека, который оказывает сопротивление этнобандитам. Таким образом, вот эти люди Бевх и Доренко, прокуроры, представители прокуратуры, являются не просто русофобами, а являются преступниками. Я считаю, что этим людям место только в тюрьме. Никакого другого места на белом свете для них достойного нет. Это преступники Бевх и Доренко. Запомним эти фамилии. Итак, мы осветили некоторые аспекты применения 282 статьи и 280 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации на территории России. Эти статьи направлены против русских людей, и применяются они с изощренной подлостью именно против русского народа, против русских общественных активистов. Каждый раз, когда мы будем узнавать соответствующую информацию, мы будем доводить до сведения наших зрителей, прежде всего, фамилии тех русофобов, которые пользуются этими статьями и фальсифицируют уголовные дела, преследуя русских общественных активистов за их сопротивление этнобандитизму, государственному перевороту, который совершен в Российской Федерации, и будем отстаивать права, честь, свободу и достоинство тех людей, которые попадают под действие этих статей, специально придуманных для того, чтобы подавлять русский народ.